Вітаю, друзі! У нас продовження циклу розмови, і сьогодні я покликав до спілкування Сакена Імурзаєва, людину, яку ви дуже добре знаєте, пам'ятаєте. Ми робили багато спільних стрімів та спільних діалогів, а то й монологів до початку повномасштабного вторгнення. Зараз Сакен живе і працює в Києві. Розкажи, яка зараз твоя роль, яка твоя посада, де ти зараз є? А потім вже перейдемо до теми, яку мені б хотілося саме з тобою обговорити. Це вкид на тему смерті Путіна. Навіщо це було зроблено? Але все-таки, хто ти, Сакен, зараз? Я журналіст, ведучий телеканалу Freedom. Це канал українського іномовлення, який входить в таку родину каналів, які мовлять назовні. Є англійська служба, англійський сервіс, арабський, іспанський, і вони розвиваються. Я працюю саме на російськомовному каналі Freedom, який працює на і територію Російської Федерації, і на країни-сусіди Росії, там, де російська мова вживається, яку використовують люди, використовується. Да? Так, в першу чергу, Казахстан, Кавказ, Ізраїль, в Європі теж нас дивляться. Я там роблю свій авторський проєкт «Люди доброї волі» називається. Це інтерв'ю з людьми, які підтримують Україну переважно в гуманітарному сенсі. Як сказати, підтримують Україну в піарі, в культурі. Митці, в тому числі російські діячі, які підтримують Україну, які залишили Росію, дехто, до речі, наважується говорити з нами і знаходячись в Російській Федерації. А також я є ведучим, сьогодні ввечері в мене буде ефір марафону. Ми годинами, по 5 годин, по 4 години ведемо ефір, розповідаємо новини про Україну, про світ. І робимо такі інтерв'ю невеликі, по 10-20 хвилин, з експертами, з політиками, з політологами, воєнними експертами. І наші теми – це війна, в першу чергу війна, ця звірська війна, яку веде терористичний режим Путіна. А також світ в контексті України. І оце моя зараз основна діяльність. Я працюю на українському телебаченні. Супер, я тебе дуже радий бачити, і ти чудово опанував українською мовою. Ми будемо так трошки комбінувати, але оскільки питання про смерть Путіна, я думаю, в Росії теж було б декому цікаво почути відповідь. Давай я тебе запитаю російською, ти мені теж російською відповісиш. Що ж було за кулісами цього вброса? Яка була ціль? Я напомню, що телеграм-канал, який називається «Генерал служби внешньої розвідки», сокращенно «Генерал СВР», забросил в медиапространство полтора дня назад, что Путин умер, его там не смогли реанимировать, двойника сейчас как-то там тренируют или наоборот изолируют. Ну, какой-то бред, который, к сожалению, стал очень популярным, в том числе в украинском. Даже среди Фейсбука, где аудитория более критично мыслящая, а не говоря уже о обывателях, которые это пересказывали. Ну, я хотел бы послушать твое мнение, что за этим стояло, зачем? Ну, конечно, во-первых, мы не находимся там в этих ограниченных помещениях, по доступу помещениях, в которых находится российский диктатор, президент России, потому что очень ограниченное число людей имеют к нему доступ, и доступ к нему до сих пор довольно сложный. Кстати, давай буду по ходу тебя иногда перебивать, а ты будешь потом возвращаться. Сколько людей имеет к нему доступ сейчас? Ну, это сложно сказать, но непосредственно, я думаю, речь идет о нескольких десятках людей, которые регулярно с ним общаются, включая ближайших охранников и прислугу. То есть я думаю, что количество этих людей было радикально сокращено во время COVID-19, пандемии, когда количество этих людей минимизировано было настолько, что, казалось, даже самые верные его спутники, такие как Песков, пресс-секретарь, да, не видят его месяцами. И это действительно продолжалось очень долго, дольше, чем длилась пандемия для людей и для обычных людей. И я думаю, что с тех пор режим доступа к нему по-прежнему остался в регулярном режиме, речь идет о очень ограниченном количестве людей. Я говорю, ну опять это все мы предполагаем, но если вспомнить, например, как жил Сталин, человек тоже паранойи,
тоже диктатор, обуреваемый разными конспирологическими теориями. Вот доступ к нему имело всего несколько десятков человек. А в конце его смерти, когда наступила, это было 2-3 человека, которые были из ближайшего его окружения, его приставленный, прикрепленный, как называется это в этом мире. Это человек, который, по сути, адъютант, выполняет все указания, бытовые в том числе, и очень ограниченное количество охраны, которая и обслуги, которая без желания диктатора увидеть его не может. То, что и сыграло злую шутку со самим Сталином, который отчасти из-за этого лежал часами в инсультном состоянии без медицинской помощи. Я думаю, вот примерно так живет Путин. Очень мало людей имеет к нему доступ. И поэтому говорить о том, что с ним на самом деле происходит, довольно сложно. Мы имеем какие-то сливы относительно его поездов, его резиденций, в которых, мы понимаем, огромная часть даже просто помещений посвящена здоровью. Путин на своем здоровье и долголетии помешан. И то, что было в те годы, когда ему было 46-47 до 50 в самом начале, представлялось как спортивный образ жизни, здоровый президент, который плавает, бегает, качается, борется, занимается дзюдо, то теперь это здоровое для человека увлечение, в принципе, я вот плаваю и всех призываю плавать, да, оно превратилось, так как все с ним произошло, в паранойю диктатора. И здоровье стало не просто каким-то, какой-то культурой, каким-то намерением человека сохранять себя в свежести и бодрости, а стало государственной задачей номер один. И так, поэтому... Ельцина вдруг все оказались любителями большого тенниса, потому что Ельцин играл большой теннис. Да, при Ельцине это был теннис, но теннис это все-таки не дзюдо, теннисом легче заниматься. Вообще Путин плавает. Как говорил недавно Венедиктов, главный редактор бывшего «Эхо Москвы», у которого остались какие-то связи с людьми из окружения Путина, в том числе с Песковым, до сих пор каждое утро он проплывает 2 часа в бассейне. То есть 2 часа. Не так, как Виктор Федорович, которого мы никогда не забудем, который рассказывал, очевидно, врал некоторым журналистам. Кстати, там, по-моему, даже Михаил Подоляк был, тогда еще журналист, обозреватель, а главный редактор, врал, что плавает по 3 километра или по 5 в день. Это, конечно, была ложь, а этот, говорят, действительно плавает. Поэтому, что касается его здоровья, Сергей, это не в первый раз он умирает. Не в первый раз нам рассказывают о его хронических тяжелых заболеваниях. Например, тот же канал генерала СВР и аффилированный каким-то образом с ним политолог Соловей, в прошлом ученый, преподаватель НГИМО, который тоже один из источников всех этих слухов. Вот эти два источника много раз говорили, что у него, у Путина, тяжелое онкологическое заболевание, назывался рак щитовидной железы, называлась саркома, о чем только не говорили. И если все эти слухи собрать в кучу, то, ты понимаешь, он должен был умереть, не знаю, в 2002 году, наверное, вскоре после своего избрания. Да? То есть, конечно, это все уже похоже на абсурд, как, кстати, и тема с двойниками, она тут рядом. Эти темы очень близки друг к другу. Да, вот увеличение вот этих вот конспирологических сущностей, они, как правило, вместе идут. То есть если Путин умер, кто правит? Двойники. И, кстати, тот же канал генерал СВР регулярно сообщает о двойниках. Этот двойник встретился с одним, этот с другим, этот чуть ли не за границу ездит даже на визиты. В это тоже я ни разу не верю. Наверняка у Путина есть дублеры. Это то, что есть в традиции советских и российских руководителей высшего звена. Не знаю, как Ельцин, но если говорить, например, о Хрущеве, то его дублера видел мой дедушка, мой родной дед. Видел дублера Хрущева, которого везли в таком же автомобиле ЗИС перед Хрущевым настоящим. То есть сначала проиграл дублер, а потом уже ехал сам Никита Сергеевич, который, в отличие от дублера, которого, по словам моего деда, от манекена сложно было отличить, он был абсолютно скованный, не крутился, чтобы лишний раз не вскрыть себя. А Хрущев был очень живой человек, он махал руками, останавливал машины. То есть дублеры бывают, но они бывают как раз именно для таких целей, когда надо запутать, надо отправить туда-то кортеж. То есть все это в целях безопасности, а не одурманивания
человечества. Потому что, в конце концов, это размывает ответственность Владимира Путина как лидера России, который лично ответственный за десятки тысяч убийств, за преступления, за экоцид и за, в конце концов, геноцид, который в разных формах, в разных очагах проявлялся за время его правления. Поэтому я думаю, что и слухи о смерти, и слухи о двойниках, и слухи о его страшной болезни, это, конечно, все очень умное отвлечение, очень умное запутывание. И в конце концов, ты знаешь, сейчас в мире, в котором так люди падки на конспирологию, на какие-то невиданные теории, на заговоры, да, и этим можно кормить людей информационно очень успешно. Это мы с тобой журналисты, ты в прошлом журналист, там наши коллеги обсуждают это все, говорят, ну и псов, брос, вкид и так далее. А как ты думаешь, простые люди, которые, до которых доходят вот эти вот слухи, а, например, в той же России народ очень, у них мифическое сознание, они до сих пор там к лидерам относятся своим, ну как... царям, полубогам, каким-то существам сверхъестественным, да? И тут вот такое. То есть зачем это делается? Если помимо теории о том, что это отвлечение, информационный шум и мусор, еще, на мой взгляд, можно говорить о следующем. Как все диктаторы, долго управляющие странами, манипулирующие своим окружением, Путин добился того, что в конце концов он управляет элитами, которые друг друга не просто ненавидят, а в любой момент готовы уничтожить. Там нет союзников, то есть всю эту вертикаль держит он. Страх, который он распространяет, власть, которую он распространяет, лично Путин. Поэтому внутри его окружения, конечно, есть разные фракции, у которых есть свои интересы, которые тоже понимают, что его политика рано или поздно приведет к полному краху, и надо думать, что делать дальше. И вот тут уже это может быть действительно старая, добрая, подковерная борьба. И в целях этой борьбы кто-то сливает эти слухи. Опять же, сливает как? Вот смотри, в Российской Федерации за оскорбление Путина, за неприятие его планов и его войны сажают. За пустой лист сажают, если с ним выйти на улицу. А тут люди, и этот генерал СВР, которого наверняка можно как-то найти, или люди, которые за этим стоят, профессор Соловей живет в Москве, никуда не уехал. Эти люди просто вот говорят, что он умер. А с какой целью они это делают? Вот какой скрытый смысл? Я понимаю его последствия, а я не понимаю... Что стоит у авторов сценария, скажем так, в методичке? Зачем? Ну, у исполнителей очень простая интенция, и ты знаешь ее прекрасно, как сам журналист, который много раз имел доступ к сенсационным материалам или к каким-то совершенно невероятным слухам, конечно, этим хочется поделиться. Нет, конечно. Нет. Вот у ФСБ условного, или кто за этим стоит, или СВР российская, или, не знаю, Росгвардия, кто там это все сбрасывает. Зачем? Чтобы... У меня была гипотеза такая, чтобы как бы перед выборами в России народ очередной раз убедился в сакральности Путина, в его незыблемости и безальтернативности. Вот он как бы в народных легендах и в вопросах он умирает, но на самом деле он жив, и это показывает, что, конечно... Он, ему не подвластно время, и он остается единственным безальтернативным вариантом для этого глубинного российского государства на следующих выборах. Но ты понимаешь, глубинный народ, он телеграм-канал генерала СВР вряд ли читает. Он смотрит телевизор, а по телевизору о том, что он умер, не говорят. И не говорили. Да, может, чтобы элиты почувствовали. Я думаю, что это элиты, в том числе, может быть, такой наивный спецслужбистский прием, очень хорошо известный, проверить, кто как отреагирует, посмотреть замеры, да, какие эмоции, какие настроения. Может быть, это одна из целей. Просто вбросить такую новость и посмотреть, как на нее реагируют. В конце концов, когда Пригожин начинал свой бунт, сначала тоже казалось, что это вброс. Потом это перестало таким казаться. Но мне кажется, в целом, создание мифа о том, что он смертельно болен и вот-вот умрет, очень выгодно Путину. Ему, конечно, в том числе потому, что
мысли о том, что все это закончится завтра, это единственное, что ему нужно, чтобы люди не боролись, не созидали, не организовывались, не объединялись, понимаешь, а сидели и говорили, ну помрет же, и все закончится. Понимаешь? И как бы вот первое, кстати, после начала полномасштабной войны, полномасштабного вторжения, я помню, где-то в марте начались, а еще же отдельную, давай тогда уж сюда внесем тему, отдельный канал донесения этих слухов, как раз вот тут для глубинного народа, это бесконечные гадалки, экстрасенсы, эксперты в картах Таро, которые тоже там, извини меня, рассказывают, что Патрушев-младший будет будущий президент России, с чего бы это, да, не про погоду, не про ветер за окном, а почему-то про Патрушева они раскладывают свои карты. И вот там тоже начали говорить, все, он скоро умрет, это такая энергия, столько украинцев желают ему смерти, столько россиян на самом деле тоже хотели бы, чтобы это все закончилось. И вот он умрет. Ну и что мы видим? Даже если принять все эти бредовые версии про двойников, ну вряд ли с Си Цзиньпином разговаривал какой-то фейковый Путин, правда? А это было несколько недель назад. Он ходил вместе со своими коллегами по этим китайским инициативам, проводил несколько часов с председателем Си, и впечатление умирающего человека совершенно не создает. Поэтому, ну как? Главное управление разведки Министерства обороны Украины этот поддерживает нарратив. Украинский город? Да. Нет, украинский город и не поддерживает. Юсов, официальный спикер этой организации, заявил, что это все вбросы, надо смотреть, кому это выгодно. Это было вчера, я помню. Это под конкретный, но регулярно у них есть информация о том, что у Путина много двойников, что он неизлечим, об этом и Буданов говорил, что у него проблемы. Не, ну может быть, смотри, профессору Соловью это кто-то сливает. Он как раз-таки не у гадалок это узнает. Он был человек интегрированный очень в элиту российскую политическую. Он не публичный был, он преподавал МГИМО, где куются кадры политические и связи там с силовиками очень крепкие. Плюс Соловей был большим мыслителем такого правопатриотического движения, а многие российские силовики, если не сказать все, конкретные ФСБшники, СВРовцы и прочие разведчики, это люди правых патриотических взглядов. Так что там наверняка какая-то связь есть. И может быть какой-то из этих источников таким же образом доходит и до украинской разведки. Я бы в этом смысле ждал какого-то внятного заявления в последнее время. Время, кстати, это не удивляет никого, когда там британская разведка делает какое-то заявление и так далее, рассказов о том, что он болен от каких-то еще наших союзников. Вот если это будет как бы артикулировано, тогда, наверное, я тут воспользуюсь правилом двух источников. Один источник будем считать Кирилл Буданов, ну вот пусть будет еще один источник директора британской разведки, и тогда я скажу, что, наверное, да. А ты говорил о том, что в окружении Путина идет даже не возня, а борьба и взаимная ненависть. Кто сегодня эти штабы или эти пирамиды, наверное, как башни, да, был такой. Ну, раньше говорили башни, да, теперь уже даже не знаю. Но как основных два формирования. Одно это люди, раз мы их вспомнили, это силовой блок, это силовики. Это как раз люди конспирологического мышления. Потом надо понимать, что, как я очень часто люблю это говорить, знаешь, как есть профессиональные заболевания, когда люди работают, и вот у них побочка какая-то. У водителей спина болит, да там у кого-то глаза хуже, у радищиков они глохнут. А люди, которые работают в спецслужбах, они параноики, к сожалению. И они ими становятся, тут уж ничего не сделаешь. Это просто побочный эффект этой профессии. Люди, не доверяющие, люди, не умеющие доверять на самом деле никому, кроме своей корпорации. И, кстати, внутри корпорации не доверяющие, потому что там тоже доверяй, но проверяй. И представь, вот эти люди такого масштаба, как, например, тот же Патрушев, который был очень высокопоставленным и успешным офицером КГБ еще СССР, чего не сказать о Путине. Он в КГБ карьеры блестящей не сделал. После этого Патрушев возглавил областное ФСБ, городское областное, потом все ФСБ. То есть человек, который... Генералом уже при совке, да? Да, он человек, который сделал огромную
карьеру в целом в спецслужбах. И он как в этом мире, конечно, более авторитетный даже, чем был Путин. И он ближайшее окружение, и, соответственно, вокруг него тоже люди, которые связаны так или иначе с силовым блоком. Туда же можно записать и Шойгу, и тех, кто в целом силовики. Это слово даже на английский не переводят. Оно так и существует, как слово «дача» и «перестройка». Аппаратчик. И аппаратчик, да. Вот. А второе – это люди, которые, собственно, знаешь как, это люди, которые делали все, чтобы эти силовики свои бредовые идеи могли реализовывать. То есть люди, которые зарабатывали для России деньги, люди, которые понимали, как деньги работают, и как сейчас мы видим, которые очень серьезно накачали российскую экономику деньгами и ресурсами. Так что, как бы нам ни хотелось, за 2 года российская экономика перестраивается, она перекладывается, переформатируется, но она не рушится. Они возвращаются к своему самому привычному состоянию военной экономики. Так вот, это люди, которые понимают, скажем, про деньги. И нельзя называть их либералами ни в коем случае, это тоже часть одного и того же режима. Но я бы сказал, это люди такие более светские, что ли. И во главе этого всего клана, по крайней мере, как один из центров таких публичных, на который делается ставка, это премьер-министр России Михаил Мишустин. Это технократ, человек, который возглавлял налоговую службу, человек, который помог Путину и его режиму так выстроить налоговую систему, от которой, по сути, никто убежать не может. Если она хочет кого-то достать, она и достанет. Много китайцев, кстати, в этом помогли Мишустину, еще когда он налогами занимался. В этой же когорте Сергей Собянин, мэр Москвы. И я думаю, что также много людей, о которых в Украине мало знают, но это региональные лидеры, это и финансовые чиновники: Эльвира Набиуллина, председатель Сбербанка Герман Греф, Алексей Кудрин, который был раньше вице-премьером, а сейчас, я даже уже не помню, по-моему, в счетной палате работает. Ну, то есть, тоже один из питерских еще людей, который технократ, их называют так. Человек не оружие, а процессы, систему. Вот это два основных таких сущностных лагеря, о которых мы можем сейчас говорить. Опять же, из того, что мы все по теням, да, там прямых источников и сливов таких стопроцентных не существует. И вот между этими двумя и внутри каждого из них, этих лагерей, тоже существуют разные течения. То есть, если мы говорим силовики, это не значит, что они все как монахи в черных рясах, послушно ходят и молятся на Путина. Там тоже есть люди с амбициями, люди обиженные, люди, которые не согласны с тем, как он ведет войну. Я думаю, там есть люди, которые в принципе с войной не согласны, даже из силовиков. Не согласны с тем, что он сделал, и то, что продолжает российская армия, Россия делать в Украине. Там много течений. И какое-то из этих течений, какой-то генерал или какой-то непонятный человек, но который имеет доступ к каким-то информациям, мог условно какой-то слух передавать в своих целях. Так что мы имеем дело действительно с очень сложным клубком. И тут разделить, где правда, где неправда, сложно. Но всякий раз призываю тех, кому хочется поверить в эти все инсинуации, все-таки включать критическое мышление. И помнить главное, что даже если завтра этот человек, мы с вами проснемся, а этот человек умер, это только начало больших перемен, я не знаю, куда они проведут и приведут. И, конечно, если говорить про эти два лагеря КГБшников и технократов, и сказать, что больше нет никакого выбора, то мне кажется очевидно, что любой здравый человек выберет не силовиков, потому что то, что делают российские силовики, как они одержимы, и насколько глубоко в них сидит, вот как раз в них и сидит идея имперскости, избранности российского русского народа, антизападничество, глубокая обида на Запад, глубокий комплекс перед Западом и всем миром. Эти люди должны уйти со сцены истории и остаться для исследователей, для судов и для будущего как назидание. Не отдавать власть силовикам. Это очень опасно.
Ну и уйти под судья. И да, я говорю, и судьям, конечно, это очень важно для того, чтобы это не просто политологический вывод. Они очень много зла совершили и продолжают ежедневно, ежесекундно совершать это зло. А скажи мне, в какой-то переворот дворцовый ты не веришь, да, исходя из логики, потому что оба лагеря такие какие-то... На данный момент не верю. Да? На данный момент не верю. Как всякий раз, когда происходили перевороты, давай возьмем 20 век, возьмем Хрущева, ну, Маленков, Хрущев и потом, соответственно, Горбачев. Ну, если назвать это переворотом. Это все ситуации, в которых глава государства был слаб в этот момент. По своей причине, каждый по своей причине. Хрущев далеко улетел в глобальные проблемы, стал решать с Америкой дружить. И пока это все происходило, вот там внизу действительно созрел и заговор, и коалиции, и они были все как личности, и Хрущев, и Шепелин, и Семичастный, те, кто сбрасывали Хрущева, они все были намного субъектнее, чем нынешнее путинское окружение. Для меня, знаешь, открытием стало заседание Совета Безопасности перед началом полномасштабного вторжения и даже перед тем, как они признали оккупированные украинские территории своими. Когда он спрашивал каждого из них, что они думают из своего Совета Безопасности, по сути, такой квазиполитбюро. И когда я увидел, что каждый из них ничего, кроме одной эмоции, страха, перед ним не испытывает. То есть там нет никакой иронии, никакого вообще. То есть это люди, которые не общаются с ним, как Брежнев, который мог пошутить, назывался по отчеству, подтрунивал, знаешь, там, тот же Хрущев. То есть это совершенно другой модус отношений, вообще другой. Его надо сравнивать со Сталином, который мог издеваться над своими генералами, над своими министрами, чуть ли не под зад коленом им давать, понимаешь, своим кожаным сапогом. То есть вот это вот что-то оттуда. Поэтому столько лет очищать свое пространство от волевых людей, от людей, у которых есть амбиции, от людей, которые могут друг с другом договориться. Конечно, у него стерильная обстановка. Поэтому... Но пока в переворот я не верю. Конечно, хотелось бы нам всем, тут любые перемены важны, но пока я не вижу этого. Более того, настолько слаженно я сейчас слежу за тем, как они готовят свои псевдовыборы. Они тут у нас на оккупированных территориях под бомбами свои псевдовыборы проводят, но теперь во всей Российской Федерации они псевдовыборы, и они уже давно такие, но и сейчас, во время войны, когда они хотят избирать президента, это фантастика. И видел бы ты, как четко работает его администрация, как четко они манипулируют, вбрасывают, искусно используют телеграм-каналы, весь арсенал. И такое ощущение, что вот эта политическая кухня, кровавая, в которой варятся его внутренняя и внешняя политика, прекрасно варит, прекрасно работает. Так, у нас осталось Совсем мало времени, да, к сожалению. Но ничего, можем повторить. Можем про Ближний Восток в двух словах. Да. Знаешь, будет глобальная война, закончится все плохо. Знаешь, вот такой срыв одномоментный, вот в ближайшее время, да, когда, как спишут эти сценарии все апокалиптические, Израиль полноценно начинает операцию, вмешивается Хезболла, Иран, Иордания, Сирия, то есть все, Турция начинает все гореть и рушиться, я в это не верю. Последние события последнего десятилетия, и тут наш украинский опыт очень важный, показывают, что действительно прокси, гибридные войны, это то, что сейчас происходит. То есть война, которая была начата 10 лет назад, которая тянулась, которая... уничтожала людей, выселяла людей, высасывала соки из Украины. Она шла 10 лет. Потом она изменилась, вышла на новое качество и уже стала полномасштабной. И мы не знаем, как дальше будет с этим, что тут российские оккупационные силы будут дальше себе придумывать. Да? Знаем одно, Украина сражается с помощью мира. То же самое Израиль. Мы видим первую неделю, фаза горячая, сейчас пойдет полноценное наступление, а в итоге даже новость, последняя новость о том, что, как формулирует Генштаб Израиля,
увеличивают масштаб наземных операций. То есть какими-то небольшими группами входят, да, там решают тактические задачи постепенно. То есть какого-то такого, как из 20 века или там из более древней истории, сражения, которые по взмаху флага идут тысячи танков, вот такого, мне кажется, не будет. И также не будет, мне кажется, не будет вот такого свала в Третью мировую войну. А, например, Папа Франциск считает, что она уже идет. Третья мировая война, и отсчет ей он тоже дает примерно в то время, когда Путин оккупировал Крым и начал войну на Донбассе. И папа в этот контекст включает и другие конфликты, которые, может быть, тлеют, которые разгораются, как история с Карабахом. И это тоже часть этой огромного противостояния. Если обратить внимание на голосование в ООН по резолюции, осуждающей Хамас, резолюции о прекращении огня, за которую разделились, даже европейские страны разделились. Даже, казалось бы, Запад, тот, который поддерживает всегда одни и те же ценности, одну и ту же повестку, и там мы видим разделение. И это тоже проявление этой гибридной Третьей мировой войны, которая, конечно, на мой взгляд, уже идет. А вот такого огромного фронта этой войны мировой, как был и в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, и ужас в том, что, кстати, обе мировые войны задели именно украинские территории, да, здесь тоже все это было. И это, конечно, тоже осознавать довольно тяжело, что в Украине, получается, все три мировые войны непосредственно задевают страну. Это тоже большое напоминание нашим партнерам и союзникам, которые, знаешь, есть страны, которые не знали войн. Ну, так сложилась история, так они расположены, такие у них соседи. И в конце концов, этим странам, в которых поколения не знали войн, очень сложно понять то, что происходит у нас и то, что происходит в Израиле. Я слежу за этим, там живет моя мама и мой отец, они живут в Израиле далеко, где-то 100 с лишним километров от сектора Газа, но это такой очень интересный опыт, мы как-нибудь с тобой можем об этом поговорить, как я здесь переживаю войну с самого начала, и они переживали за меня, как я видел, как они смотрят на это все, поддерживают Украину, естественно, и как теперь это там, то есть как там люди переживают войну, и как очень много похожего, казалось бы, такие далекие народы, да, по происхождению, и по вере, и по климату, и все равно какие-то, видимо, общечеловеческие есть механизмы, которые включаются у народов, способных на солидарность. А что ни говори, украинский народ, и как бы ни хотели враги внешние и внутренние нас в этом убедить, народ на самом деле очень мудрый и способный к солидарности. И это показывает, кстати, не Facebook срачи и Twitter баталии, а показывают выборы, показывают опросы, показывает серьезная наука. И показывают нам наши личные отношения, наши бытовые разговоры, наши друзья, не связанные с политикой, экономикой и журналистикой, которые, как правило, вот я тоже это хотел бы отметить, и тем похожи тоже на израильтян, украинские люди, все понимают и спокойно понимают, что сейчас время, когда надо быть вместе. Много вопросов еще есть, но на этой ноте предлагаю закончить, чтобы она так прозвучала красиво и громко. Сакен, спасибо. Дякую за розмову. Був Сакен Аймурзаєв з нами, ведучий каналу Freedom. Ми продовжимо наше спілкування. Сподіваюсь, до наступного ефіру не так довго часу пройде. Дякую тобі.